принятием. Да, как-то ребятам 7-0 уже поиграли. А, он выходил, мистер Хобот. Вы видели еще 8-го. Привет, Нисма. Да. Сижу в кустах, пока нормальные парни воюют, а потом добиваю шотников. Завод. Пока космические корабли бороздят просторы космоса. Вроде акция началась на арту, а что-то уже второй бой, ни одной арты нет. Куда вся арта подевалась? Непонятно. Acceptable. Привет, Саблезубый Краб.
плохо выстрелил. Очень плохо. Ну, чуть-чуть надо было довернуть, наверное. Здорово. Нормально прицел стоял, как он из-за света пропал сразу. Чуть ниже. Воу. Как это так? Я все понял. Ну, углов, конечно, немножко не хватает. Прям совсем капельку. Всем потанкует. Красавчик. Что творится? Просто всех без меня перестреляют. Привет, привет всем. Я только что присоединился. Так, 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 ну-ка давай-ка, 113-й. Stay still. Где-то он там прячется, где-то.
Походу я бы вообще уже стал. Помнишь Арту, сразу она. Не поставил на гусениц.
Сейчас, когда говорю, уже приехал. Нормально. Я к пантеру покатался. Как там этот домик, который не видел? Все поехали туда зачем-то, вообще непонятно. Ой, вот это фейл. Чёрчилль туда спустился, зачем? Привет, Закстер. Недавно кто все 25, ну и как все? Thank you.
Да, всю команду убивать, конечно, придется, но, к сожалению, почему-то не получилось. Не смогла я, не смогла. Ну, бывает, что поделать. Ну, если честно, я даже плохо себе представляю, каким образом я бы смог этот бой затянуть как-то. Наверное, если бы я сразу поехал там в лес куда-нибудь из кустов, там попытался настрелять, но их слишком было много. Привет, Орел. Нет, это не пиво. Я вообще алкоголь не пью. Да, в принципе, можно было остаться в городе рядом с Диким. Ну, не в городе, там рядом с Диким Максом в кустах постоять. Там парочку шотов выдать. Но не думаю, что это прям кардинально повлияло бы на исход боя. Я вот как прочитал сообщение, что лагает стрим, опять забыл, что я обещал попробовать там разобраться с кибергеймом. Простите. Если на кибергейм стримить, то там, в принципе, лагов поменьше должно быть. У тех, у кого Twitch особенно лагает. Ничего себе там. Лучший зритель войны. Привет, не кофейная. Ну, мне надо туда, я не знаю, плеер как-то вытащить, там уже как-то люди стримят на кибергейм. Ну, просто надо сесть и сделать, там, в принципе, я не думаю, что это что-то сложное. Привет, Наумов. Страйк бы больше голды зарядил. Ну я же не страйк, ребят. Простите меня. А, оттуда идет. То есть в основном надо будет стримить на киберг рестрим туда. Я просто думал, что отсюда можно сделать еще как-то рестрим на кибергейм. Третий моник, да, в принципе, есть специальный это сайте, где можно все чаты в один собрать. Я просто пока читаю только твичевский чат. Может быть, когда-нибудь мне на СК2ТВ появится мой плеер. Я еще СК2ТВ буду читать.
Выехал, называется. Стример писал, что тоже Днепра. Какой такой стример? Ну, выехал, конечно, отлично. Я уж подумал, что типа все окей. Да, Гриус, я рядом с Москвой живу. Если ты вообще про меня. Или может я как всегда что-нибудь неправильно понял. Окей, я понял. Ух, там сколько, офигеть. Один уже докатался. Да, вот первый выстрел, конечно, ужасно. Пока, Криус. Самый ужасный выстрел войны был у меня первый. Ничего, моя месть будет страшна. Ничего себе, Маус там, ребята, это надо видеть. Я хочу на это посмотреть, как Маус проживает по полю. Да, а Маус уже и кончился. Вот так всегда, не успел я на представление. Там еще ИС, ИС-103. Сейчас я тебе... Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло. Офигеть. Thank you.
Бачат на 1100 выдал. 52. Красавчик. Да, к сожалению, маус очень быстро закончился, что и неудивительно, учитывая, сколько по нему там стреляло народу. Перси. На самом деле, вообще удивлен, что он туда поехал. Наверное, это безысходность. Eliminate the ads. Boost the quality. Because you там еще в бою. More. Upgrade your digitally imported listening experience to digitally imported premium. With premium service, you'll hear your favorite music in higher quality without any interruptions. Simply perfect. Visit www.bi.fm/premium today for your upgraded listening experience. Not that we're stalking you or anything, but digitally imported is wherever you are. Just listen on your smartphone. Go to www.di.fm/apps to get your free app and digitally imported in your pocket now. Стельхи на захват. Интересно, я лихой СТ? Никого нет дома, походу.
Интересно, а на ДПМ больше, чем... Привет, Эдгард. Вообще... Ой, ничего себе, у меня кто-то воина отобрал. Ничего себе. Кот это... Пострелял. Вообще, у меня, да, у меня на этой... На этой черепашке... 49 воинов за 665 боев. Просто фармит воинов. О, мы победили на Е5. О, 57. Да я по поводу воинов особо не переживаю. Ничего себе тут пострелял объект. Зато вот этот парень кукарекал по поводу. Ничего себе. Что же ты так плохо сыграл-то? Ой. Средний дамаг у меня что-то в районе 200, наверное. Вон, Shadow говорит 250. Oh, yeah.
Ух, как у нас сюда поехало-то. Обычно я сюда приезжаю с несколькими волонтерами, и нас тут чикают. О, куда это ему в маску пробил? Нормально же. ИСа седьмого просто тут никак не выбить. Нормально. Залетело. Пикуса нас и ждали. Но, кстати, повезло, что сразу выбили Фоша. И все закончилось хорошо. А ФВ накинуло нормально. Разобрался ли с кибергеймом, оказывается, что стримить можно на кибергейм, а рестримить на Twitch. И получается небольшая потеря качества, как я понял. Это немного недопустимо. Я-то думал, что можно просто стримить и туда одновременно. Привет, Паблос. Бодровое танковое рубило, да, кстати? Такие бои мне самому очень нравятся. Едешь, стреляешь, таранишь, получаешь и убиваешь, убиваешь.
Надо брата запрячь, чтобы он разобрался с этим кибергеймом. Лучший воин войны. Ну, кстати, неплохо, 2088 это нормально. Не, он эл, почти оленем. Я сначала подумал, что кто-то ошибся в названии. Молодец. Пятьдесят четверка еще не знает, что его ждет. Столько народу на воду поехало. Такое не очень часто встречается. Неймнеймс. Я не знаю, сколько у меня эффективность. Я последний раз узнавал ее вот как раз пару месяцев назад, чтобы написать ее в подписи к трансляции. Да я особо и не парюсь по поводу этой эффективности. Я знаю, что у меня больше 2000 и все. Мне, собственно, все равно. Ничего себе там. Куда забрался он? Хитрец. Именно после просмотра рекламы, а я вроде никак и не рекламировал свою эффективность. Да, ну... Я просто к этому спокойно отношусь, как бы, и я там особо не слежу, что он как-то он там меняется, мне эта эффективность. Не уверен, что она, в принципе, каждый день ползет вверх, поэтому я спокоен.
2127, ну ничего себе. Крыс читер из инвиза. Ну, черт, помню, мне такой классный бой проиграл из-за того, что был фугас заряжен вместо обычной ББшки. Немного даже расстроился тогда. Я бы прям не сказал, что Изи прям в кустах сидит. Изи просто играет более аккуратно. Но он меньше ошибается, а более чаще принимает верные решения. Я могу куда-нибудь поехать и там за 2 секунды умереть, как он на хэвике. Вроде все хорошо-хорошо, потом бац, фуловый выехал и за 2 секунды умер. Привет, Ишел. Или вышел. Ну, на самом деле, ребят, я сам частенько в кустах сижу. Хоть мне это не особо нравится, но зачастую это более правильное решение. Жаль, конечно, редко мне не самый близкий. Боюсь, я опоздаю. А учитывая, что раз, два, три. Ну, если бат поедет, то можно, а бат не поедет. Да я не пойду. Что, я самый рыжий, что ли? Офигеть, там 50 б покатался. Просто лучше 50 б войны.
нормально их там всех перестреляли. Что парни на гору заехали и умерли. Отлично. Сколько он мне там снял хп? 1000, наверное, 400. Покатался я. Угу. Сыграл агрессивно. Ну, если честно, я не ожидал, что мне там так, конечно, накинет. Особенно бат. Ну, видимо, хорошо он там попал, пробил. Я просто на бате сам играл и там, чтобы кому-то там 1000 урона нанести, ну, я не знаю, ну, может быть, там один из 15 выстрелов там будет 1000 урона. Неймнейм, а вот сейчас вот я на чем катаюсь, как ты думаешь? На СТ. Ну ладно, хорошо. Да, ну, по-моему, кстати, ему Т-57 медиум танк, а не хэви. И какой-то он слупочный для СТ-шки получается. Арта это? Привет, ХЗ. Что это было? Это был фугас? Я помню на этом, как его, на тундре, у меня Е100 фугасом вынес из заряжающего и наводчика. Ну, вообще не заметил, интересно. Я не понял, как тут наши держат, а вот это вот почему здесь? Recovering is the everyone get out.
Привет, пробивальщик. Поехать или не поехать? Успею или не успею? Да, статисты не тащат. Только умеет, что взводами катать. В ротах и голдой. А в рандоме ничего не могут. Так, а арты-то нет. Зачем мне тогда ехать туда? А, мост рвать-то надо. А там 44 стоит. Что такое? Ну, на нее, наверное, не стоит снаряды тратить. Так уж и быть, пускай живет. Один убил ИСУ. Отлично. А, это он, наверное, там проезжал. Вот если бы этот 44-й не проехал, было бы так круто их здесь встретить, типа, оп, чувак, высунулся посмотреть, что там на мосту. А ты ему пыщ-пыщ и все. И нету чувака. Зато фоши нашли. И можно спокойной душой тут ехать и убивать их. Лев выехал танковать две десятки. Еще и эту, и Фоша. Вообще, вот если бы сейчас он поддержится чуть-чуть, я выйду и убью их всех там. Наверное. Может, и пат на перезарядке точно. Фош на перезарядке 100%.
Алон анфас на ёбку, что это значит? Да, кстати, 71-й единственный из всех, кто сориентировался и поехал меня убивать. Там и бат, и епись сами себе все испортили. Могли хорошо заехать. Просто заигнорили бы этого КВ-5, ну, дамагал бы он их чуть-чуть, зато бы меня бы убили, а потом и КВ-5. Привет, Хелс. Остальные нервы. Ну, на самом деле, нервы не такие уж остальные. Ну, я просто особо смысла не вижу. Ну, там, начну и нервничать, там, разобью клавиатуру, монитор. Но ведь от этого и не стану там лучше попадать. Или выстрелы, которые промахнулись, они же не вернутся и не залетят в цель. Поэтому чего нервничать по этому поводу? Ну, был бы я лет на 10 помоложе, я бы... Наверное, по-другому себя вел. Фошек.
Поговорим. А, так я ж кому включил. Я-то думаю, что за шляпа. Вы приговорены к расстрелу, сударь. Привет, Дилвиф. Привет, Милкис. И ой, и все. Здорово, и 6, ты чё не пробиваешься? Чем 54.1 отличается от 69? А, чуть послоупочнее, в полтора раза больше. Ну, альфа отличная. Перезаряжается 35 секунд. Мы еще и проиграем, офигеть. Вот куда 54-то поехал? Голдострела. На самом деле, Хелос, я когда его про это катал, ну, про качество 7, я вообще не катался с ББшками. Стрелял обычными снарядами. Просто слов нет. Куда поехал 54-й? Капитан Снарждов и майор Вермахта. Просто два красавца. Ну, вообще, как бы, у 54-ки еще и точность особо, когда я прокачивал, была не очень. Сейчас... Здорово, Ультра. Сейчас-то полегче стреляется, да, потому что повысили точность. И я думаю, сейчас он получше, чем раньше. Не знаю, у 69-ки все нормально было. А, да, конечно, на нем очень нехорошо перестреливаться именно в лоб с танками, но если ты заезжаешь в бочи на 4 снаряда с 390 альфа, это очень круто. Просто можно уничтожать. Сейчас проще даже с этим 210 пробить, выцеливать всякие лючки, там уязвимые места. То есть мне кажется, что сейчас вполне нормально можно на нем кататься. Может быть, я даже выкуплю, посмотрю, что и как.
чтобы удостовериться. А на 69-м после нерфа комов я еще не ездил. Как снаряд улетел, да? Просто живет своей собственной жизнью. Катался. Eliminate the ads. Boost the quality. Because you deserve more. Upgrade your digitally imported listening experience to digitally imported premium. With premium service, you'll hear your favorite music in higher quality without any interruptions. Simply perfect. Visit www.di.fm/premium today for your upgraded listening experience. Есть 4, ну-ка. Стоять. Зачем подсветка в наушниках? Ну, я не знаю. Наверное, зачем-то она нужна. Окружили демоны. Привет, привет всем, кто только что присоединился. Единился. Вообще, мне кажется, что вот эти все изменения с SOM 3 это больше нерв, чем баф.
Потому что эти бронирования в башне там вообще стало никакое. Она, в принципе, и так-то пробивалась, но все равно не знаю, зачем они это делают. Неужели Стрети так убивал всех? Вот точно, я вот просто не могу понять. Есть техники, которые действительно, ну, не очень популярны. Они и сами плохие, сами по себе, и на них мало кто катается. А с ними ничего не делают. А с такой техникой, вот, типа там ИСА третьего, ну, чего они к ИСУ третьему пристали? Вот лучше бы какой-нибудь там лорой занялись. Вейдер говорит, что это типа баф. Ну, не знаю, даже баф это или не баф. Ну, будет видно, конечно, но я считаю, что могли бы они уж чем-нибудь другим, наверное, заняться, чем вот бедного деда так. Я ж совсем забыл, теперь в город-то никто не ездит. Это просто совпадение. У меня вот на 140-м же все бухалы. Ну, я же не бухаю. Бам-бам-бам.
прилетает. Вообще меня больше опасает, что там просто стоят две бабахи. Нормально. Ну, я на самом деле сам, конечно, виноват, надо было сматываться пораньше оттуда, то есть вот этот лишний раз я выехал просто, как всегда. Ну, бабаха зарядила знатно, да. Хорошо не убила, могла и убить, в принципе. Пробитие же прошло и в башню. Он смог все там ХП мне снять. Обидно было бы немножко. Это вот как раз тот, кому я оставил 8 ХП, промахнулся второй раз. Вот если бы я не промахнулся, я бы его убил и себе сохранил бы фул ХП. И вот еще бы он не убил бы там. Вот один промах как решил. Один промах и минус 1600 хп. Нормально. Казачок. Месть. Месть ситха. Привет, привет.
Тут я ничего не понял. Два хейка сыграли, так вроде и неплохо. Неплохая статистика у этого хейка. Может, он как я куда-нибудь выехал и... Куда-нибудь выехал и все. Ребят, небольшой перерыв.
Выпить из бокаина Russian Red Bull. Да, Red Bull окрыляет. Пробовал после 7 сливов подряд. Ну, всякое бывает. Не все ж побеждать. Где-то там. I got my wings. Детский сад. Да. Сладкий релик. I don't think we have cans with Russian Red Bull name on them. Какой хитрый И7.
Почему они стоят? Просто потерял кучу хп, потому что парни решили не выезжать. Не знаю, что они там думали. No, I don't know him. Is he good? Twenty-eight hundred seven. Not bad. Almost 5k in bot chat. That's nice, really nice. Got you. Сколько лет он был, когда Бат был на 9-м лаве? Я думаю, 5. Пельмень 61. Картиночек с нами. Небось проиграем. Статисты в рандоме не тащит. Я слышал.
жук как он на 54. Eliminate the ads. Boost the quality because you deserve more. Upgrade your digitally imported listening experience to digitally imported premium. With premium service, you'll hear your favorite music in higher quality without any interruptions. Simply perfect. Visit www.di.fm/premium today for your upgraded listening experience. Not near your computer? Stream digitally imported right on your smartphone. Just go to www.di.fm/apps or search for digitally imported in your mobile marketplace. Паттон, как там? Удар держит? Да, 48% парни тащат бою. Я, кстати, второй раз даже в него не попал, походу. Это я понимаю. Лучшие СТ войны. Привет, крапы из баре. Соло играю, вот это сюрприз. Я практически всегда соло играю. Наверное. Я не уверен по этому поводу, но вроде как да. Вася 21. Да, причем здесь дамаг не делить? Просто я очень часто какие-нибудь глупости делаю, там умираю в самом начале или еще что-то. И потом мне приходится смотреть, как мои созводники тащат. А я не люблю смотреть, как играют, я люблю играть сам. Поэтому я чаще играю соло.
А пока Изи не очень много играет, поэтому даже не знаю, когда наши совместные стримы будут. Но будут точно еще, я уверен. Особенно, когда патч выйдет. В два Вафентрагера будем. Релаксационный стрим. Спасибо. Заехал в гости и не пробил ни разу. Нет, я, наверное, сразу буду брать Вафентрагер. И ничего не прокачивать. Сразу десяточку возьму и пойду всех убивать в рандоме. Well, actually, it was my bad. Никто вниз не спускается, да, Валим. Привет, утка. Бой начинается.